У каждой семьи в России своя история войны. Моя история – это история блокадного Ленинграда и тяжелой работы в тылу. Оба моих деда 15-летними детьми стали к станку. Один в блокадном Ленинграде ходил во время бомбежки с работой домой, был ранен. Второй дед был эвакуирован в Иваново, он вызвался добровольцем, уехал в Челябинск. Когда его ставили к станку, он не мог достать, вставляли ящик. Кормили очень плохо, работали по 12 часов, спали рядом со станком, то есть даже не уходили. Это был настоящий подвиг, напряжение совершенно страшное. Мы все обязаны, конечно, фронтовикам. Нельзя забывать и подвиг работников тыла, благодаря которым, собственно, и стала возможной победа. Тыловая работа, она была во многом сконцентрирована в Горьком. И горьковчане огромный вклад несли в формирование того щита, который позволил отстоять и Москву, в конечном итоге сломать хребет врагу. Героизм, который проявляешь на поле боя, он очевиден для всех. А вот этот монотонный, постоянный труд и каждодневное преодоление себя – это дорогого стоит. Дорогие ветераны, труженики тыла, дети войны, все жители Нижегородской области, с праздником вас, с великой победой! Сколько бы лет ни прошло с 1945 года, мы всегда будем помнить этот день и этот великий подвиг. Это наша история, и мы никогда ее не забудем. Поздравляю вас с праздником!